Прием абитуриентов на программу среднего профессионального образования стартовал в Подмосковье 20 июня. За это время в колледже и техникум подали свыше 6500 заявлений от более чем 3000 будущих студентов. Одним из самых востребованных направлений обучения стало информационные системы и программирование. Эту профессию хотят получить более 800 человек. Также популярными оказались системы администрирования, логистика, ремонт автомобильных систем и поварское дело. Прием заявлений ведется в электронном форме через региональный портал госуслуг. Заявление можно подать до 15 августа. Абитуриентам доступно более 100 специальностей.